Сегодня обучение инструментам бизнес-системы «Металлоинвест» прошли больше половины работников пилотного участка. Коллектив активно использует их в своей деятельности. Ответы на бытовые и производственные вопросы находят с помощью доски решения проблем. Простой механизм обозначения узких мест рабочими и оперативной обратной связи с руководством доказывает свою востребованность и эффективность. Взаимодействие между подразделениями налажено через клиентские соглашения. Проведенный анализ показал, по каждому направлению есть куда расти. Непрерывные улучшения в производственных и бизнес-процессах – это то, к чему сегодня стремятся все предприятия «Металлоинвеста». Решение нашего штаба вносится в протокол. Вот основные замечания, на что надо обратить внимание, мы прописываем. И, соответственно, дальше уже развиваем на уровне соответствующих служб. Мы получаем обратную связь уже от руководителей и видим наше направление, продвижение, куда мы можем двигаться дальше. Работники, которые совсем недавно недоверчиво относились к бизнес-системе «Металлоинвест», сегодня трудятся плечом к плечу с навигаторами. Вместе находят слабые места в технологических процессах, чтобы затем оттачивать новые подходы и алгоритмы работы. В лице навигаторов мы видим наших помощников. Они помогают реализовывать нам наши идеи. И видим заинтересованность. Руководители полностью идут нам навстречу. Мы организовывали совместные выезды на место, чтобы посмотреть текущую ситуацию. И совместно с ними прорабатывали пути решения, как уходить из сложившейся ситуации. Первые идеи уже приобрели статус конкретных решений, направленных на улучшение условий труда, повышение безопасности, оптимизацию производственных процессов. Их представили на штабе. К примеру, при изготовлении рельсошпальной решетки предложено вместо металлической пластины использовать металлическую шпалу. Это позволит уменьшить трудоемкость при сборке решетки, снизит ее стоимость и сократит количество брака на железнодорожных путях. Работники цеха пути предложили изменить транспортную схему станции «Карьерная», так как примыкание двух путей перегона к станции осуществляется через однопутный участок. Работы по переносу съезда планируется произвести силами УЖДТ без приобретения новых материалов, так как его ремонт запланирован на текущий год. Осуществление этой идеи позволит увеличить пропускную способность перегона и сделает его более безопасным. Это задумка нашего коллектива. Сложилась она в результате реализации реконструкции станции. То есть это мы приезжали и видели в процессе строительства, для чего это делается. Было понимание, для чего производится эта реконструкция. И когда мы увидели, что все это дело упирается в примыкание станции «Карьера» на однопутный участок, то мы поняли, что здесь нужно какое-то техническое решение, чтобы развести транспортные потоки. Идеи, призванные вывести привычные производственные и ремонтные процессы на новый уровень, максимально вовлечь персонал в создание культурных, непрерывных улучшений, получили высокую оценку управляющего директора Михайловского ГОКа Сергея Кретова. Например, предложение об установке автоматических рельс-смазывателей. Его реализация позволит увеличить срок службы рельс и стрелочных переводов в 2 раза. Готовьте срочно предложение на рассмотрение. Мы могли бы даже, наверное, еще и в 2019 год программу, если она сейчас пройдет, включить вполне. Поэтому давайте срочно делайте предложение. Значит, экономисты еще раз посчитают, там все делать. Давайте. Сергей Иванович отметил, что коллектив Михайловского ГОКа способен идти по выбранному «Металлоинвестом» интенсивному пути развития. Использовать не только передовые методы организации производства, но и собственноручно создавать новую корпоративную культуру, которая позволит выявить и тиражировать лучшие практики. Штаб прошел очень интересно, мне кажется, очень полезно, и в том числе для тех подразделений, которые еще не приступили к этой работе. Я думаю, что лучше объяснить, что это такое развитие бизнес-систем, чем вот эта презентация наших навигаторов в таком формате, за такой короткий срок, ну нельзя. Они просто увидели вот уже реальный результат этой работы. Так что я думаю, что очень хороший штаб прошел, и все, так сказать, возьмут на вооружение руководителей подразделений уже предложенный опыт от наших навигаторов. Встреча с коллективом управления железнодорожного транспорта и навигаторами показала, на комбинате уже запущены механизмы трансформации, благодаря которым производственные процессы станут эффективнее, а работа коллектива – организованнее.